Приветствую всех любителей природы! На очередной прогулке по набережной встретили Орлана. Как же он красив, статен! Увидели, как он пролетел мимо голубей, но неудачно, остался без добычи и присел в траву на островке посередине Иртыша. Дав себя поснимать, он взлетел, описал круг и уселся на небольшое дерево. Конечно же, тут как тут появилась ворона. А затем несколько сорок стали собираться возле Орлана. Орлан же даже не обращал на них никакого внимания, сидел как король на этом дереве. Вскоре к нему подлетел и второй. Один мониторил с одной стороны, другой мониторил другую сторону Иртыша. Так было интересно за ними наблюдать. Стояли, наверное, около часа, если не больше, в надежде запечатлеть охоту этих красавцев. Но, увы, солнце уже стало садиться, один улетел. А вскоре и другой покинул свой пост. Так и не сняв охоту, я осталась очень довольна, так как поснимала его вдоволь, да еще и удалось сделать фото в закатном свете. Всем удачи и до новых встреч!